Всем привет, я Влад, а это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре такой вот страйкбольный автомат, и это CMF-16K. Черная, прекрасно выглядящая, конечно же, модель. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать к нашим роликам в продвижении. За что мы, конечно же, заранее уже вам благодарны. Итак, про комплект здесь рассказывать нечего, но зато много что можно рассказать вот этом вот изделии, скажем так. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Произведена модель компании G&G, относится к типу электропневматики. Прототипом является штурмовая винтовка Colt M4A1. Ствол, внутренние механизмы и цевьё сделаны из металла, а ложи и остальные части из ударопрочного полимера. За метание снаряда отвечает внутренний механизм, роль которого играет вторая версия гирбокса. Электропривод способен разгонять пластиковый шарик до 120 метров в секунду. Стрелять же данная модель может как в одиночном, так и в автоматическом режимах. Чтобы сменить режим, нужно воспользоваться двухсторонним переключателем, и этот же переключатель отвечает за постановку на предохранитель. Винтовка оснащена механизмом Hop-Up для подкрутки шарика, чтобы регулировать траекторию полета. Аккумулятор же здесь типа нунчаки, куда он устанавливается, а вот тут все как бы очень даже просто. Нажимаем вот сюда, здесь, наверное, понадобится две руки. Снимается, собственно, вот эта часть приклада, после чего нажимаете кнопку здесь и снимаете вот. Все, вот аккумулятор устанавливается вот здесь, вот у нас идут провода. Довольно-таки стандартная вариация, грубо говоря, для вот винтовок подобного типа. Магазин винтовки, он же бункер, рассчитан на 450 пластиковых шариков в калибре 6 мм. Также вы и вовсе сможете заменить его на механический магазин при желании. Итак, по поводу приклада, я думаю, вы уже догадались, что приклад подвижный, и вы можете настраивать его так, как будет удобно вам. Здесь также есть тыльник, рельефный, небольшой, но тем не менее он есть. Длина изделия 673 мм, из которых 257 мм это длина ствола. Вес модели 2 кг и 500 грамм. Также, конечно, здесь присутствуют и те самые стандартные прицельные приспособления, которые складываются и, соответственно, ну, раскладываются, складываются, все вот в этом духе. Мушка-целик, да, который можно и вовсе снять. Помимо всего прочего, конечно же, здесь есть планка-вивер 22 мм, куда вот уже можно установить дополнительную оптику, как это сделал я. Но в комплекте она не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине выбор оптики просто огромный, поэтому заходите и выбирайте. Помимо всего прочего, здесь с двух сторон еще и на цевье есть планки-вивер 22 мм, куда можно установить, конечно же, те самые фонарик или же лазер, и под стволом планка имеется даже, куда уже можно установить, ну, например, сошки или тактическую рукоять. Наверное, тактическая рукоять все-таки будет более уместна здесь. Также, если говорить о том самом механизме Hop-Up, для того, чтобы шторку открыть, вот здесь уже можно сделать это за счет вот этого, да. И вот здесь все, здесь уже можно все это дело подкручивать, настраивать. Также есть, конечно, досылатель, но это бутафория. Кнопка для снятия затворной задержки тоже есть, но затворной задержки здесь нет. Ровно как и имитации, конечно же, отдачи. Ну, вроде бы я рассказал обо всем, что только можно касательно данного изделия. И если вдруг сейчас у вас возник вопрос, а где купить-то? Ну, так давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный автомат подходит к концу. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же он вам стоять, или задавайте вопросы. Я же с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!